Всем привет! Сегодня пришла новая посылочка. Ну, во-первых, заказал вот такую горку запчастей. Да, еще вот здесь отдельно. Так, что у нас здесь от HPI, от Latrax. Вот такие рычаги. Пока не скажу вам, на какую модель, скоро придет. Так, это запчасть, кулачки. А тут еще кулачки, тут, наверное, задние, передние. В общем-то, запчасти показал, а модельку пока не покажу, какая будет. Вот, пока небольшой секрет. Ну, она скоро придет, так что ничего страшного. Так, вот, значит, сегодня у нас на обзоре распаковочка вот такого монстра. Естественно, это не монстр. Latrax Titan от фирмы, бюджетная модель от фирмы Traxxas. Сейчас мы вскроем, посмотрим, заведем. Так, сейчас мы поймем, как она. Интересная коробка. Обычно они все закрытые, а вот здесь вот открытая. Как в магазине игрушек продаются машинки. Где всегда все открыто и видно. Так, неудобно. Ладно, по частям. О, молодцы. Значит, батарейки уже есть. Траксовские. По-любому будут долго работать. Это сразу посмотрим, что это такое у нас. Ну, зарядное устройство. Кстати, разъемчик какой здесь у нас, непонятно. А, вот такой вот белый разъем, как у HPI был. Так, ладно, это понятно. Дальше. Сразу погнали. Целая инструкция по нему. Как что, естественно, все у нас здесь на английском. Взрыв-схема даже есть. В общем-то, тоже все понятно. На самом деле, пока вот по запчастям не очень много на эту модельку запчастей, что-то я так нашел. Поэтому как-то непонятно, как ее ремонтировать. Аппаратурка. Ну, естественно, это тот же Traxxas. Точно такая же, как у Traxxas аппаратура. Здесь у нас кнопочка программирования. Так, триммер. И все, колесико, ну, довольно приятное, удобное. Давайте сразу ставим аккумы. Ставим именно аккумы. Ладно, ставим батарейки. Аккумы где-то далеко у меня. Ну ладно, пока пару слов об этой тачке. Моделька 1 к 18 масштабик. То есть это тот же HPI Mini Recon. Такого же размера у нас идет. Значит, что еще в ней интересного? Ну, в отличие от того же Recon, она у нас влагозащищенная вся. То есть регулятор, сервомашинка. Приемник тоже здесь, все защищено, можно гонять по лужам, по грязи, ну, лучше по лужам. Соответственно, она у нас для бездорожья. Так, самый главный вопрос, как включается. А, все нашел. Мощная аппаратура, куча настроек, и не поймешь, как она включается. Так, тачка привязана по-любому, ясно, такая схема. Прикольно, мне она нравится внешне. Очень интересно выглядит. Такая вся синяя. Сейчас, значит, у нас здесь резать надо. Блин. Нету у меня этих-то. Снизу будем. Опа. Так, все подальше, все подальше. Значит так, автомобиль. Автомобиль у нас имеет масляные амортизаторы. Сейчас уберу тут вот. Запаковали. Масляные амортизаторы. Можно все это настроить проставками. Но проставочек что-то я не нашел, мне кажется, в комплекте. Поэтому, если что, можно брать от Savage. Ой, от Savage, блин. От Mini Recon. Пустая резина полностью. Там ничего нет, ни поролона никакого. Наш коллекторный движок без всяких распознаваний. 380 размер. Регулятор у нас влагозащищенный, серочка синяя. Ну, как у Traxxas, собственно, они все одно есть. 2065 серво, мини-серво. Аккумулятор 7,2 вольта. Давайте достанем его. Так. Так, так, так. Интересно. Ага. 7,2 вольта, 1200 миллиампер. Гидрид. Ну, собственно, посмотрим, сколько она на нем будет гонять. Ну, я думаю, примерно так же, как и всякая такая мелочь. 20-25 минут будет. Так, сейчас посмотрим, что удобная закрывашка вообще или нет.
Что-то пока неудобно. Приноровиться надо все-таки. У каждой тачки свое. Поэтому непонятно. Вот, все, нашел. И на одну защелочку у нас здесь закрывается. Вот так вот. Собственно, все. Здесь больше ничего такого интересного нету. Здесь у нас радиобокс, влагозащищенный. Там у нас что-то сейчас мы откроем. Здесь вот можно его забиндить, наверное, не скрывая. Вот такая резиновая закрывашка. Так, ну, собственно, надо завести ее, посмотреть. Брым-бым-бым. Так, серво-серво. Знаете что? Я, походу, серво замерзну. Сейчас посмотрим, но... Не могла же она так прямо замерзнуть. В принципе, не знаю, тачка лежала на почте, может, она на улице лежала у них. Так... Все, контакт есть. Пробуем серву. Нет, все, она просто так не поворачивается. Обычно крутится. Все работает на месте, тоже даже вертит. Оп. Чем нравятся мне коллекторные движки, тем, что можно очень медленно ездить. Либо сенсорная БК, либо коллектор. Обычно БК так не ездит, а начинает дергаться. Так, ну что у нас еще здесь? Значит, привод у нас... Значит, два дифференциала, передний, задний, вал. Один здесь у нас основная шестерня, здесь пиньончик, все закрыто. Вот здесь мы видим, выпирает снизу. Все закрыто. Амортизаторы красные, здесь синие. Короче, все цвета, три цвета, даже четыре. Вот еще белый я нашел. Как он там, металлический цвет. Сколько цветов-то они здесь, да? Сочетают уже. Так, собственно, вот такой автомобиль. Бамперы у нас жесткие, поэтому... Влепляться я не знаю, мне кажется, их снесет. Никакой амортизации нету. То есть очень все жестко. Поэтому можно гонять по лужам, можно, да, давайте я хоть одену ее. Тут что-то шасси-то рассматриваем. Одеваем. Сейчас я пойду попробую, запущу по снегу. Сегодня снег выпал, да, вы знаете, кстати. Может, кто не видел, но у нас в Москве и Московской области выпала куча снега просто. Снега не было, наверное, месяца полтора. Поэтому можно заново открывать зимний сезон покатушек. Что так долго одевается-то? Когда придумают что-нибудь интересное вместо этих клипс. Вот такой красавец. В принципе, тачка прикольная. Мне нравится, как он выглядит. У Траксуса есть такая же большая. Ну, немного по-другому называется. Забыл, как называется. А это маленький от Латракса. Маленький бюджетный. Оу. Бюджетный резкий. Собственно, пойдем катнем и посмотрим, как он застревает в снегу у нас.